Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз у нас флешка SanDisk Cruiser Fit на 16 гигабайт. Для чего это нужна флешка? Ну, удобно очень пользоваться, если у вас есть в автомобиле магнитола, чтобы у вас ничего не торчало, ну и не смогли сломать случайно рукой или еще как-то. То есть вот удобно данной флешкой пользоваться, то есть уступающая часть очень маленькая, для того чтобы не сломать ее внутри этой автомагнитолы. Так, ну давайте распаковывать. Все, мы ее распаковали. Не до конца, правда. Так вот. То есть, ну и внутри вот такая вот малючка находится. Так, давайте ее сейчас протестируем на скорость чтения и записи, как она себя ведет. Итак, давайте проверим флешку SanDisk Cruiser Fit на скорость чтения и записи через интерфейс USB 2.0. Так, подключаем флешку. Так, ну здесь лежит стандартное программное обеспечение. Сейчас мы ее закроем. Открываем стандартную программу на проверку скорости чтения и записи. Ну и на целостность непосредственно флешки. Ну и давайте проверять на скорость чтения и записи. То есть открываем флеш-накопитель. Ну и проверяем. Так, ну уже понятно, то есть какая скорость средняя на запись на флешку Cruiser Fit. Проверим на скорость чтения. Так, ну и вот мы увидели среднюю скорость чтения с интерфейса USB 2.0. Так, ну образовавшийся файл удаляем. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.